Добрый день, дамы и господа. Добрый день, дамы и господа. Ну что ж, мы продолжаем показывать наше мероприятие. Вот один из инвесторов, Артем Валерьевич, пожалуйста, развернитесь. Будущим инвесторам улыбнитесь. Как вы видите, он все является... Все документы в портфеле, все в порядке, все нормально. Частично казнокрадом является, так сказать, работает. Сам инвестор является казнокрадом и тоже вкладывает бабло сюда. Ну что ж, дамы и господа, мы видим, что тут у нас уже второй по этажу уже будет строиться. Вот, как вы понимаете, на первом этаже вы еще можете успеть, потому что стоимость одного квадратного метра на сегодняшний день по состоянию на 19.11.2014 года составляет $5000. Пожалуйста, ничего сложного абсолютно нет. Еще у нас есть 10 квадратных метров первого этажа, куда вы можете успеть проинвестировать. У нас уважаемый человек есть. Пожалуйста, Арсений Валерьевич. И договорчик. Сейчас мы будем подписывать договорчик об начале строительства, инвестирования объекта, который будет в центре города Черкас. Это тот же самый отельный комплекс небольшой на 500 квадратных метров, о чем мы и говорили ранее. Завтра уже будет стоять окна и двери, цена возрастет сразу. Резко. Да, да. Я думаю, долларов на 500 на квадратный метр всего лишь на все. То есть, как вы видите, цена по рыночным сегодня стоимостям небольшая, поэтому, пожалуйста, можете успевать, инвесторы, все в ваших руках. Зарабатывайте, спасибо, все правильно.